Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Возле одного из студенческих общежитий нашего города мы увидели вот эти забавные фигурки. Подобное скорее можно было бы увидеть во дворе детского садика, но никак возле того заведения, где живут юноши и девушки. Фигуры посвящены проводам русской зимы. Особенно удалась вот эта скульптура. И ведь она вправду чем-то напоминает старинный русский праздник Масленица. Ну, а мелочь это, конечно, творческая. Во времена средневековой Европы жидкие отходы выливались прямо на улицу. Сейчас мы на поселке Машзавода, и здесь картина примерно та же. Поэтому стоит разобраться, почему сейчас, когда на дворе 21 век, здесь царит хаос. Дело в том, что у нас не вывозятся эти отходы, жидкие отходы, потому что у нас нет выгребной ямы. Эту выгребную яму мы требуем, наверное, лет 5-6, это точно. Отхода к помойке нет, люди что делают? Выходят и все везде выливают. Человеку неискушенному на первый взгляд может показаться, мол, люди, которые здесь живут, свиньи. Но хотя, с другой стороны, как быть в этой ситуации, когда в домах нет элементарной выгребной ямы? Ну, а мелочь это, конечно же, требует незамедлительного решения. Неоднократно в выпусках нашей рубрики мы показывали вам дом по улице Октябрьская, 18. Напомню, его вид был неподобающим. Говоря простым языком, в центре города стояла рухлядь. Дома этого сейчас нет, но что интересно, по этому адресу до сих пор приходят квитанции на оплату коммунальных услуг. Квартира 7 у бабушки, которая умерла, потом квартира 4 и квартира 8. Эти-то расселили их, вот где-то квартира, а ее-то в живых вовсе нет. Ну, а сейчас давайте внимательно изучим квитанцию. Для начала обратим внимание на месяц и год. Январь 2012-го, а теперь внимание на сумму к уплате 3756 рублей. В моих руках три квитанции. Общая сумма долга порядка 10 тысяч рублей. Вопрос, за что? Мелочь, а не суразная.